Здравствуйте, дамы и господа! Сейчас будет тяжелое стихотворение с большим душевным надломом. Лично мне вспомнились слова одной из песен группы «Сплин». Если б я знал, что меня ждет, я бы вышел в окно. Кушнер Александр Семенович. Кто тише старика, попавшего в больницу? В окно издалека глядящего на птицу. Кусты ему виданы, прижатые к киоску. Висят на нем штаны больничные в полоску. Бухгалтером он был или стекла мазал мелом. Уж он и сам забыл, каким был занят делом. Сражался в домино или мастерил динамик. Теперь ему одно окно, как в детстве пряник. И дальний клен ему весь виден до прожилок, быть может потому, что дышит смерть в затылок. Вдруг подведут черту под ним, как пишут смету, и он уже поту, а дерево поэту. Всем спасибо!